Городской бюджет на ближайшие 3 года планируется бездефицитным. Изменения в главный финансовый документ Самары сегодня утвердили депутаты городской думы. Заседание прошло с участием главы города Елены Лапушкиной. На 2021 год доходы бюджета составят 20 миллиардов 589 миллионов рублей. Такими же будут и расходы. В этом году в городскую казну из вышестоящих источников безвозмездно поступило 2 миллиарда 295 миллионов рублей. Данные средства планируются в том числе на обеспечение деятельности метрополитена, выплаты лизинговых платежей, заранее приобретенные трамвайные вагоны, дорожную деятельность, благоустройство общественных территорий, предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. Большую часть поступивших средств, свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей, направят на вознаграждение педагогам и воспитателям. Кроме того, в бюджете этого года перераспределят свыше 1 миллиарда 400 миллионов. Средства пойдут на продолжение реконструкции заводского шоссе, на ремонт улицы Лейтенанта Шмидта и на строительство детского сада в районе улицы Ташкентской. Все это направлено на то, чтобы реализовать задачи как национального проекта, так и продвинуться, так сказать, в реализации городских программ, ну и в целом улучшить социально-экономическое положение как самарцев, каждого самарца, так и Самары в целом. Планируется, что доходы в бюджете Самары на 2022 год составят 18 миллиардов 452 миллиона рублей, а в 2023 году в казну должно поступить почти 17 миллиардов 800 миллионов рублей. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.